Всем привет, дорогие друзья! И вы находитесь на канале «Огород без правил». Сегодня перед вами находится такая зеленая поляна из петуний. Это рассада, которая давно просится, чтобы я ее распикировал. Времени у меня на нее не было. Сегодня я его нашел. И поэтому сегодня я буду приступать к самой пикировке. Это, конечно, моя главная ошибка, что рассада в рассадных ящиках зацвела. То есть вот появились бутоны, это не есть хорошо. Но я их пока не обрываю, я хочу посмотреть, какие будут цветы у этих петуний. Хотя у меня есть цветные пачечки, там все показано, все это, но бывают оттенки не совпадают. Корневая, конечно же, уже оплела свой ком максимально. Это у нас петуния Dreams Burgundy. Разделять ее буду, скорее всего, с помощью ножичка на ровные квадратики, потому что разбирать корни уже просто нереально. Вот такая классная корневая, вот такая крепкая рассада. Уже появляются пасынки. Ее можно даже было уже прищипнуть, но я просто хочу посмотреть, какие цветы у нее будут. Соответственно, прищипывать буду ее чуть позже. У меня здесь 5 сортов. Вот 4 такие просто кустовые. И одна из них ампельная. Ампелька вообще очень хорошо стала пускать новые побеги. И выглядит вот так. Замечательно. Это ампельная карминная петуния. Все у меня подписаны. Также находится еще в рассадной емкости. Одну петунию я уже распикировал. Осталось 4 плошечки. Вот. Это у нас была петуния Dreams Burgundy. Вот такие красивые кустики у нас получились. 9 кустиков этой петунии у нас. Сейчас буду пикировать уже дуо розово-белое. Я покажу вам корневую. Корневая просто шикарная. Все корешки беленькие. Разделять их уже не получается, поэтому я режу их с помощью ножа на одинаковые такие кубики. То есть беру ножик. Вот так смотрю, разделяю их аккуратненько. И как, вот, как кусочек масла отрезаю, я покажу вам. О, вот такой кубичек получился. Беру такой же горшочек. Они у меня прошлогодние от клубники. Насыпаю заранее такой подготовленный грунт, торф, покупная земля и своя земля. Все в равных количествах. Вот так утапливаю. И подсыпаю по кругу. Так вот. Чтобы хорошенько эта петунья кустилась, ее также буду прищипывать и череночки буду укоренять. Вот такой вот замечательный кустик получился. Уже появляются новые побеги. Вот такой красавец. Отрезаю. Такой же вот кубичек, вот какие корешки хорошие. Вот. Как кусочек масла, если можно так сказать. Насыпаю опять грунта почти доверха. Немного его приминаю. Беру свой череночек, не череночек, а свою рассаду, и все, и прикапываю со всех сторон. Конечно, петунию надо было пикировать немного пораньше, но она хорошо приживается, хорошо укореняются черенки. А тут корневая неплохая. То есть вот, сейчас показываю вам поближе. Допустим, как мы будем их разделять.
с помощью ножа. Вот так вот ищу, где они у нас тут переплевши. Вот маленькая какая. Беру. Оп. И с другой стороны такой же квадратик. Опа. И смотрите, вот. Вот отдельное растение. Небольшая петунька, поэтому можно вот так поближе к ней. Потом дальше смотрим, где они у нас тут переплелись. Так-с. Угу. Вот еще один кусочек. Также с шикарнейшей корневой. Потом берем дальше. И вот осталось и три штучки. Ну, тут они достаточно на хорошем расстоянии друг от друга. Поэтому берем так и пополам вот здесь. Все. То есть мы их разделили. Все на бутончиках. Корешки прям вообще заглядение. Да, вот так ставлю. И присыпаю со всех сторон. Вот так, хоп. Уже. Они у меня к маю месяцу зацветут. Потом я их... Они немножко у меня посидят в таком рассадном горшочке. И я буду пересаживать их уже в кашпо. В какие, покажу чуть позже. Часть кашпо мы уже в том году рассаживали. Это которые подвесные. Они у нас висели на домике. Было очень красиво. На майские праздники мы уже были с красивыми цветами. Едем дальше. Переходим к такой петунии под названием Афродита лососевая. У нее лески такие более светлые, нежели чем у других. И такими прям большими лопухами. Сейчас посмотрим, что там с корневой. Ой-ой-ой. Сейчас, секунду. Земелька осыпается. Вот такая корневая и надземная часть. Конечно, лопухи очень-очень здоровые, не знаю. О, как будто весь коврик оплетенный, да? Весь земляной ком. Сейчас также с помощью ножа буду аккуратненько его разделять. Так, в поисках. Кто где тут у нас? Сколько у нас штучек тут? По-моему, сеяли по 10. Вот одной было 10, другой 9 зашедший. То есть... Лопухи переплевшие вон все. Ой-ой-ой. Во. О, корешки как тянутся. Такие шикарные. Лопушки. Ой, там какая-то малипусечка прям есть. Начну с этой стороны, чтобы ее не испортить. Так. Так-с. То есть работаю как хирург. Разделяю корневую. О. Это вообще просто песня. Да, они хорошо сейчас в большой объем побольше пересаживаю. Они хорошо там пойдут в рост. Такс. Такс. Вот. Разделяем вот так вот. По разным сторонам. Уже достаточно неплохо начинают куститься. О, такие лопушарики. Это вообще просто. Не петуни, а лопухи какие-то. Наверное, и цветы здоровые будут. Надо будет почитать. Я не помню, конечно. Так, так, так. Вот. И тут вон какая малипусечка. Ей можно поменьше корневую ставить. Ой, выпрыгнула у меня. За лист зацепилась. Ну, корешки у нее остались. Я ее также посажу. У нее еще есть время. Получается, раз, два, три из больших.
4, 5, 6, 7, 8, 9 и одна малюхонная такая 10. То есть получается также 100% всходы. Это афродита лососевая. Черные горшочки у меня закончились, поэтому буду сеять уже вот в такие ведра со всех сторон. Немножко, конечно, я присыпаю больше, чем она была в земле. Этим самым она даст еще корневую большую. И все, и будет нормально. Она и так уже вот начинает куститься тут. О, вот такая шикардосина получилась у нас. Афродиту лососевую я уже пересадил. Видать, какое название такие лисья. Лососевая, как у лосяндры. Посмотрите, какие лопухи. Если даже сравнивать вот с этой петуньей. То есть, ну... видно, какие здоровенные лопушары. Так, теперь переходим к следующей. Это у нас кто будет? Ду голубая. Посмотрим с вами корневую. Ой-ой-ой. Опа. Сейчас вам покажу аккуратненько. То есть вот такой коврик. Тоже корешки хорошие. Более мелкие, нежели у лосяндры. Сейчас также буду ее нарезать, как маслица. Мне так понравилось делить свою петунью ножом. Так удобно. Не надо разрывать корни. Все равно земля тогда будет осыпаться. А так самое оно. Ну вот наш столик практически опустел. Осталась последняя петунья. Это ампельная, карминная. Сейчас также покажу вам корневую. Так вот, ее надо аккуратненько. Она уже начала куститься. Сейчас аккуратненько поддену. Тут всего лишь 5 штучек, но она вот так вот шикарно уже пошла вот в рост. О, какой коврик. Их тут всего 5 штучек. Все 5 зашли. Было 5, 5 зашли. Вот такие уже лохматенькие. Видно, что хорошо кустится. Поэтому... о, среднему какой ком достался. Так, ой, переплетаются. О, смотрите. Вот. Какие они пушистики уже. Конечно же, их давно надо было пикировать. Но не было времени. О, вот такой шикарный кустик получился. Это без прищипки. Вот что сердцевина, он сразу кустится. То есть это петунья. Побеги написано до 1 метра. Карминная. Ну вот, работа с петуниями у нас закончена. У нас получилось 44 штуки. Некоторые вот на бутонах. Скоро мы увидим сам цветок. У нас сегодня пасмурно и очень сильный ветер. Конечно, все колыхается. Наша избушка, так сказать, на курьих ножках. Вот здесь вот эти лопухи, это афродита лососевая. Вот так она красиво выглядит. Их 10 штучек. Дальше идет Dreams Burgundy, который вот так вот на этом, на цвету уже, их 9 штук. Дальше идет Duo розовая, розово-белая. Вот так вот она выглядит. Потом идет Duo голубая. Тоже 10 по 10 штук. Обеду. И петунья карминная ампельная. Самая такая вот. Как хорошо начинает уже куститься. Вот так вот она выглядит. Этот этап работы у меня проделан. Сейчас они немножко, буквально каких-нибудь дней 10 порастут в этих емкостях. И я их уже буду переваливать в кашпо.
и в подвесные кашпо, и в вазоны. А на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, не забываем ставить лайки, писать комментарии. А вам хочу пожелать хорошей погоды, солнечного настроения и до новых встреч. Всем пока. Пока.